Зато у нас на флористическом рынке новая услуга. Любое мероприятие можно оформить живыми растениями, а потом их вернуть. Как вы понимаете, выйдет это гораздо дешевле. Мало того, как выяснила Вероника Новоселова, в Екатеринбурге вовсю дают на прокат даже людей. Как облегчить себе задачу и сэкономить несколько правил жизни, вашему вниманию. Попробовать-то можно будет его? Да, конечно, пробуйте. На тест-драйв предлагают тренажеры с пробегом по квартирам и частным домам. Взять в аренду можно и беговую дорожку, и велотренажер. Для тех, кто хочет покрутить педали, цены в прокате не накручивают. И временный спортинвентарь обойдется по цене месячного абонемента в фитнес-клуб. Здоровая конкуренция. Тренажер привезу с доставкой на дом. Но если физических нагрузок хочется здесь и сейчас, то возможен и самовывоз. Экономия всего, плюс то же самое место, даже дома. Ты попользовался его, потом все сдал. Захотел какой-нибудь, взял другой тренажер. Также можно поступить и с людьми. Кадровый голод утоляют аутсорсинговые компании. Официант на день, повар на вечер, грузчик на час. Последние, кстати, если без вредных привычек, пользуются особым спросом. Работник в аренду часто не знает, где он окажется в следующий раз. Эта работа как большая лотерея. И неизвестно, кто в итоге оказывается в выигрыше. Сегодня они в одном отеле поработали, завтра в другом ресторане. Они тем самым ищут, как рыба, где глубже. То есть они находят то место, где они хотели работать. У нас такие люди есть, которые работали в аутсорсинге. Зарабатывать на аренде живого товара придумали и флористы. Бизнес расцветает в свадебный сезон, не вянет и в новогодние праздники. Креативную елку можно менять каждый год, учитывая модные тенденции. А цветы на подоконнике согласно времени года за окном. Это актуальные елки, живые, искусственные. Это живые растения, это букеты, это срезочные композиции, это горшечные растения. Все, что угодно. Растения можете арендовать на один день до месяца. Привезти, увезти и даже полить – все это забота флористов. Ведь пожухнуть красота на прокат не может. Это прописано в договоре аренды. Вероника Новоселова, Андрей Снопиков, новости 41-го канала.